Весна, пора шашлыков, майских праздников, отдыха. А что делать, если вдруг ваша карда попадет в костер? Устроим небольшое ритуальное сожжение. У нас есть пактолк, который подключен, и вы сейчас можете его слышать. Он на демонстрационных наушниках. И небольшой погребальный костер, который мы сейчас будем использовать. Все будем делать в режиме онлайн. Результата сами мы не знаем. Поэтому за съемку строго не судить. Мы ее отсоединили, она по-прежнему работает. Кидаем ее в костер. Посерединке положим. Берем нашу жидкость для розжига. Нормально так польем, чтобы она нормально так это. Огонь. И вот вы такие думаете, блин, что же делать? Гарнитура же в огне, ее же надо спасать. Вы ее спасаете. Спасаете. Вот она. Это дело мы сейчас запушим чуть попозже. Самое интересное. Мы ее продуваем. И пытаемся вставить крепление. Сейчас здесь будет не очень вкусно запомнено, но она работает, ребят. Она работает. Она у нас подключена. Вот к этому телефону. Вы слышите это, да? Она работает. Ну, немножечко, конечно, ее потрепала жизнь. Но в целом. Данный случай не был гарантийным. Не смейте так делать со своими гарнитурами. А мы отмороженные, нам все можно. До новых встреч. Пока-пока.